юмором о добре и коварстве. Спектакль об увлекательных приключениях трех Иванов вновь на сцене первого русского. Ладно, зову гадалку, спрашиваю, у меня будет сын наследник. А Каша говорит, будет! После дождичка в четверг, когда рак на горе свистнул, у царя Авдея наследник родился. Нарекли его Иваном. Но не успел отец нарадоваться, как вдруг в царстве-государстве в тот же день второй Иван у ключницы Варвары родился. А после откуда-то и третий мальчик появился. Вот и стали трех Иванов вместе воспитывать, а царь Авдей зарекся. Я своему Ване царство передам, они ему будут товарищи! Но добру всегда мешает зло. Коварная и жадная до богатства ключница обманывает правителя. Своего сына в царскую люльку кладет, а двух его названных братьев в рабство отдает. Пройдет 20 лет, и все это царство наше будет! И тут-то сказочки как раз начало. Спектакль по мотивам одноименного советского фильма «После дождичка в четверг». Режиссер Евгений Марчелли, лауреат премии «Золотая маска», успешно находит общий язык с детьми. Исполнительница роли той самой ключницы Людмила Пашихонова отмечает: главная особенность постановки – интерактивность. Когда стирается грань между сценой и зрительным залом, это просто вообще это феерия какая-то. Когда дети визжат, кричат, когда они чувствуют, что они тоже в процессе, как бы вот заняты в спектакле, это так здорово. Зрители настолько глубоко погружаются в сюжет спектакля, что сопереживают даже взрослому, но капризному Ивану, который хочет заполучить в свои руки царство. Я, царь Агей, отдаю сыну своему Ивану все свое царство. Но! Все свое царство, точка! Все свое царство, но! Папаша, но зачеркните! Зачеркните! Не могу! Я считывал с детей, со своего ребенка, да, вот эти капризные моменты, и детям это очень нравится, они прямо веселятся, узнают себя, но в то же время в конце сказки должно быть детям понятно, что так делать нельзя. После премьеры на родной сцене несколько лет труппа театра лишь гастролировала с постановкой, которая пользовалась большим успехом в разных городах страны. Ребята привезли очень много впечатлений, и было... Стало понятно, что сказка живет, развивается, и было решено восстановить ее и снова порадовать ярославских детей этой сказкой. И вернется она на большую сцену Волковского театра с обновленным актерским составом в канун Нового года. Узнать, чем закончится приключение трех Иванов, можно будет в конце декабря, а также в зимние каникулы. Юрий Соболев, Георгий Иванов. Театр в событиях.